20 апреля 90 лет исполнилось труженице тыла, жительнице хутора Хлебинка Александре Васильевне Фоминой. Персональные поздравления от президента Российской Федерации, губернатора Челябинской области и Управления социальной защиты населения родственникам передал глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов. Также к поздравлениям присоединился глава Красненского поселения Юрий Арзамасов. На долю юбиляра выпали страшные годы Великой Отечественной войны. Но она, как и все женщины, работающие за пределами фронта, с честью вынесла все тяготы этих тяжелых лет. Александра Васильевна работала в колхозе, была передовой дояркой, награждена медалью выставки достижений народного хозяйства СССР. Кроме того, женщина многодетная мама. Она воспитала и подняла на ноги 7 детей, которые стали достойными и известными людьми в Верхнеуральском районе. Мамка у нас самая замечательная, как бы подняла всю такую нашу, как бы сказать, нелегкую семью, 7 все-таки родила, подняла, всех воспитала. У нас как бы все на хорошем счету. В районе тоже была и есть как бы на хорошем счету. В целом все у нее хорошо. Она живет вокруг своей семьи. Дети, дочери, сыновья всегда... Внуки, правнуки, всегда они здесь, около нее. Члены большой семьи гордятся Александрой Васильевной и с трепетом рассказывают о ней. Она у нас самая замечательная, добрая, боевая. Она у нас такая боевая, в свои 90 лет. На нее даже тяжело сейчас равняться. Она все может и в огороде, и дома, и всех встретит, и всех угостит. И самое главное, у нее очень хорошая память. Она знает всех внуков, правнуков, все помнит. В ней вообще как бы не усомниться, вот что я прям удивляюсь. Мы свои там 40 лет можем забыть что-то. Она в свои 90 помнит все. Прожив такую долгую, нелегкую жизнь, Александре Васильевне Фоминой удалось сохранить крепкое здоровье и оптимизм. Она окружена заботой родных и близких, которые спешили поздравить ее с 90-летним юбилеем и сказать добрые и теплые слова. Я бы хотел, конечно, поздравить, пожелать еще много-много лет, чтобы мы отметили 100-летие, ну, в общем, здоровья, и пусть живет. С днем рождения, желаю здоровья, прожить до 100 лет, потом продлим. Так что всего самого хорошего. Дорогая бабушка, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе здоровья, счастья. Желаю дожить до 100 лет, а потом мы тебе придем еще пожелаем.